Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Человек часто любит себя срывать одежду и ходить гулять обнаженным, либо голым. Ну, на сегодняшний день никого не удивишь, допустим, потому что там, допустим, увидели того человека, который гуляет, вот, скажем, голяком по острову или где-то там на пляже. На сегодняшний день есть нудистские пляжи, частенько люди, ну там люди не срывают с себя одежду, там люди, вот, скажем так, осознанно идут на тот нудистский пляж и, скажем так, проявляют свой загар, либо проявляют свое желание, скажем, раздеться и походить обнаженным среди людей, таких же, скажем так, как и они. Ничего в этом предрассудного нету, почему? Потому что у каждого свои тараканы в голове. Вот. Но есть одно маленькое «но», бывают люди, скажем так, срывают с себя одежду и любят погулять голяком по улице, либо где-то на публичных местах, ну и человек ведет себя немножечко неадекватно. У многих людей сразу ассоциация, что с человеком что-то не так, у него с головой не так. Помните, уважаемые зрители, если у вас есть такие знакомые, либо люди, которые проявляют себя вот таким вот образом, ну что ж, ничего страшного нет, у человека уязвим меридиан желудка. И этот меридиан нужно привести в норму. Если вы приведете в норму этот меридиан и будете содержать этот меридиан в норме, то человека данные мысли будут что? Не посещать. Тем самым, скажем так, человек не сможет провоцировать ни других людей и, скажем, содержать себя в норме. Ну и передать информацию другим людям, что с данной болезнью можно с легкостью бороться. Так что если у человека есть проявление всеразличных заболеваний, скажем так, проявление срывания одежды себя и желание гулять обнаженным, либо появляться в публичных местах голым, то здесь нужно искать ответ в состоянии его желудка. И через точку Е40 Фэндунь вы можете помочь этому человеку, что